Молодец. Сажа. Он стоит 170 тысяч. Йоу. Ага, давай. Ай, больно. Бля! Ни хрена. Сегодня я катаюсь с Кириллом. Его инстаграмчик здесь. Мой инстаграмчик здесь. Зеленый цвет, понятно. Да. Короче, сегодня мы решили поискать новые споты. Мы поедем в северный район. То есть мы живем как в центре Воронежа. Правый берег. В северном мы катаемся очень редко, так что мы решили поискать там споты. Может, там что-нибудь прикольное есть. Вот, так что сейчас мы в центре около Мака. Здесь такой рейл райд. Сейчас мы его добьем и поедем в север. И погнали. О-о-о! Все, Жек, ну оно все нахер. Просто... Нет, я лучше не буду делать. Раз сделал фигу, вам видите, все.
Как сложно, короче. Пообъехали весь Московский проспект. Приехали, нашли Пятерочку, неплохой спот. И сейчас мы купим попить, покатаемся. Заходи. И будем снимать для вас. Да, вот мы положили цветок. Та же цена получена. У вас идет сосиски по 99, две упаковки. Знаю. И две вот колбасы, на все. И две колбасы по 99, правильно? Но две это... за одну. Две за 99. 2000 years later. Ты часы, когда сосисочки подорожали. Чем тут занимается? Игорь. Покажите нам что-нибудь какое-нибудь крутое. Ого, смотри, скейтборд. Ну, смотри, они складывают. У меня вот такая же есть тачка, только они ее проапгрейдили. Ребят, мы такую охрененную грань нашли. Мы хотим поскорее поскользить, потому что сейчас выйдет охрана. Ну вот просто посмотрите. Чего? Хорош ставлю. Да блин, ну и да, не дали нам поснимать. Короче, ребят, мы нашли просто такой подкат, а там еще крутой вылет, так что мы сначала здесь покатаемся, а потом пойдем на тот вылет. Надеюсь, камера нормально, вот так вот. Так что сейчас поснимаем. Блин, ты видел? Я по хитрёху сделал. If you let me walk away, maybe then we'd lose it all. No. Как жаль! Тихо-тихо-тихо. Больно. Не ори. Тихо-тихо, не кричи. Чего ты сломал? Вроде да. Нет, именно булкой. Не, булкой ты ничего себе не сломал. Я знаю эту боль, Женя. Это нормальная боль. Очень больно. Я там краешком, наверное, задела. Как тебе повысить это не сделал? Ты слишком, ты низко колесо берешь. Ты его не задел. Я не дернул как-то. Расскажи свои впечатления. Я не буду это передавать. Понимаешь, я вот так снимаю. Смотри, что у меня
вижу, ты вот тут где-то падаешь, и вот так вот как-то, блин. И я еще в этот момент как-то отвернулся. Представляешь, я прям со всей дури на шок упал. Если я тут ударюсь, я могу позвоночник сломать. Я выключаю. Ребят, мы сейчас смотрим мое падение. Не будет видно, когда ты... Чем ударился? Башкой? Нормально? Тихо-тихо-тихо. Больно. Не ори, не ори, не ори. Чем? Короче, ребят, может быть, на видео было не так сильно... Нет. Сделай потише, сделай потише. Хорошо видно. Может, на видео было не так видно, но я так сильно ударился, ребят. Я сейчас ногой очень больно шевелить и... А, ну зафига я на каждом видео падаю. И сейчас мы, наверное, поедем в центр, там посидим в маке просто, чем пожрачку. Булку охладим. Да, ребят, я даже не знаю, может, там очень жесткая травма, просто так сильно болит.